почти неделю перекладывают путь. Идет капитальный ремонт трамвайной линии. Сегодня очередная ночь. Ремонтируют по ночам. Обычно проезд закрыт с 23.00 до 6 утра. С нами сегодня руководитель трамвайного депо города Улан-Удэ Юрий Валерьевич. Здравствуйте. В связи с чем связана столь масштабная реконструкция? Ну, на самом деле, капитальный ремонт трамвайных путей назрел в целом по городу, не только по данному участку. С 1975 года трамвайные пути на данном участке находятся без капитального ремонта. Ну, сами видите, пути находились на рельсошпальной решетке на деревянной шпале. Срок службы деревянной шпалы составляет порядка 15-20 лет. Сейчас трамвай идет очень медленно. С чем связано? Работы производятся только в ночное время. Ну и, соответственно, меняется кусками, участками. Участками небольшими, ежедневно по 150 метров замена производится. Ну и поскольку участок еще до конца не введен, то есть после того, как полностью он будет. То есть притормаживают на всякий случай, вдруг ночью забыли что-то прикрутить? Нет. Ночью ничего не забывается прикрутить. Почему? Потому что прежде чем пустить вагон с пассажирами, каждое утро у нас производится, проходит спецпоезд, который без пассажиров. Мы его прогоняем, смотрит энергослужба, смотрит служба пути, проверяет состояние. После этого они дают допуск, открытие движения. По правилам дорожного движения у нас скорость 60 км в час в городе. В любом населенном пункте трамвай спокойно может идти со скоростью 60 км в час. Другое дело, то, что состояние путей не всегда позволяет этого делать. Но я при новых хороших путях, на нормальном пути 60 км в час для трамвая спокойно. То железнодорожник есть такое понятие бархатный путь, так, бесшовные рельсы. У трамваев есть такой? На этом пути будет. Вот этот участок 1200 метров однопутного пути, он будет, все стыки будут сварены алюминиевой термитной сваркой.